ребенок недавно закончил курс лечения в Боровлянах от лейкоза в онкоцентре детском. Поэтому я уже несколько раз сдавала и пока смогу, продолжу сдавать кровь дальше. Видела объявление в интернете, что проходит безвозмездная сдача, решила сдать. Может быть, кому-нибудь понадобится моя кровь. Тенденция по всему миру о том, что донорство должно быть безвозмездным, это правильно. Очень пафосно звучит, но если не я, то кто? Понимаете, я веду здоровый образ жизни, я нормальная мама двоих детей, я переживаю за них, я знаю, что такое донорство, я знаю, что нужно сдавать кровь. Я сам имею высшее медицинское образование, я просто имею непосредственное понимание того, насколько это необходимо и системе здравоохранения, и экстренной медицине.